Добрый день, друзья! Продолжаем гулять по фестивалю бесконечной реиграбельности в Steam, и давайте посмотрим на игру Stellar Initiative. Вначале нам необходимо выбрать сложность, можем выбрать приключенца, или управляемые миссии, защищая их от их от сложных вызовов, так как они только исследуют новые миры и только встречаются с препятствиями. Намного более простые волны, намного меньше врагов. Враги спамятся реже. У врагов всегда, у босса всего 40% босса. Ну, у станции 120 здоровья. Можем взять офицера. От них ожидают, что они просто вот лицом к лицу. С средними вызовами. Могут протестировать свои навыки и проверить, как они смогут погружаться в глубины космоса в течение их миссий. Ну, команда стандартная, они снова босса 50% здоровья, плюс 40% здоровья здесь. Это сложно, там недоступно. Давайте попробуем себя в качестве офицера. Буньк. С возвращением, капитан. Мы по такому требуют, чтобы я уточнил инструкции. Мы ожидаем местные враждебные формы жизни, что они будут походить волнами справа. Ваша цель — защитить станцию до тех пор, пока не будет выполнена цель миссии. Чтобы это сделать, нам дадут доступ к интерфейсу доставки. Лучше, чем с базовой турели, она дешевая и может легко удерживать ранние волны. Вот у нас есть ранняя волна за 10. Можем ее куда-нибудь поставить, например, вот сюда. Здание ограничено дальностью сигнала базы, но не будет расширяться его, когда разместятся. Размещение зданий наверху другой башни, уничтожить ее, используйте это в качестве преимущества, чтобы заменить одни башни. Чтобы заметить поврежденные башни. Окей, ну я выбрал. Вот, доставка будет через 5, 4, 3, 2, 1, 0. Вот мы ее заказали. Ждем. Вон вот враги. 5. Окей, нам дали еще. Можем поставить стену. Стену. Можем поставить генератор. Ваши приказы, например, понадобятся время, чтобы их доставили, поэтому надо планировать наверняка. Надо планировать наперед. Давайте еще одну турельку, наверное, поставим. Две турельки, если будут стоять, будет неплохо. Поставим турельку. Давайте поставим. Что у нас есть? Можем получить энергию. Можем нанести урон всем врагам. Генератор медленно генерирует эффект энергию. Давайте его выбросим. Так, у нас есть две турельки, и это неплохо. Наша станция тоже будет наносить урон врагам, если его будут бить. Поэтому пара врагов, которые пройдут сквозь нашу защиту, ее не уничтожат. Однако здоровье станции не восстанавливается после миссии, поэтому постарайтесь этого избежать. Так, сперва, наверное, стоило было стену поставить. Вот у нас генератор. Будем ставить ее. А потом поставим какую-нибудь стену сверху, как только вот ее разрушат. Еще один генератор. Давай еще один генератор поставим. Ага, разрушили. Так, надо ставить стену. Можем увидеть грядущие волны в правом нижнем углу. Также можем подготовиться, соответственно. Можем навести. Но туда, чтобы увидеть информацию о врагах. Вот и все с инструкциями, капитан. Удачи!
Окей, нам увеличили дальность, потом можем поставить стеночку. Так, а нам бы еще один генератор. Еще один генератор у нас сейчас будет. Так, давайте поставим тебя. А нам не хватит, да? Нам не хватит пока. Так, надо поставить еще один генератор, как можно раньше. Так, стеночка есть. Так, вот это большой и толстый идет. Что, может ракеты по нему бабахнуть? Не, давай его стеночки дождемся, пока он придет. Пока поставим вот так. Так, генератор есть. И он там энергию генерирует. Можем сейчас по нему лазером. Лазер-то зачем? Отменить? Отменить? Ну, что-то как-то такое. Не впечатляет меня эта штука. Зачем я вторую такую поставила, я не знаю. Так, надо тебя поставить. Для запуска ракет. Уж, ну, эти штуки, они урон-то не наносят. Наверное, зря мы две таких сюда поставили. После вот так пуф. Пуф. Тем временем миссию мы завершили. Получили две монетки. Да. Большого товарища так и не убрали, но мы его отталкивали. Тоже вполне себе тактика. Двигаемся вперед. Можно выбрать себе один из трех артефактов. Так, здоровье станции по-прежнему 120. Калибрация. Ракетная установка носит больше урона. С каждым выстрелом по одной и той же цели по 5 урона. Можем типа уменьшить время доставки генераторов. И мы можем снять станции, генерирует больше энергии, когда у нас как минимум 15 энергии, видимо. Ну, давайте возьмем, наверное, калибровку. Не вижу пока смысла нам пропускать. Есть возможность взять апгрейд. Апгрейд можем взять, например, нашего генератора. О, для этого апгрейда недостаточно ресурсов, к сожалению. Ракетную установку можем взять, чтобы он не 12 секунд, а 8 секунд перезаряжался. Да, давайте возьмем. Можем стену взять. Усиленная стена. Здоровье будет в 2 раза больше. Но нам пока не хватает ресурсов для апгрейда, поэтому двигаемся дальше. Карта. Куда пойдем? Здесь идет один такой кристальчик, здесь тебя и модуль щита. Дает неуязвимость 10 первым постройкам, где 9 секунд неуязвимости. Ну, давай тебя возьмем. Осколочек нам может быть полезен, и мы начинаем с самого начала. Ну, начнем с турелечки. Затем поставим генератор. Турель нам на первый момент должна хватить. Генератор нам нужно, чтобы было больше энергии. Потому что без энергии тяжко. Так, давайте еще одну турельку поставим. Так, можем улучшать наши станции и другие здания, выбрав их. Разблокируйте больше апгрейдов между миссиями. Да? А. Я понял. То есть до этого я просто разблокировал апгрейд. Окей. Так, у нас есть генератор. Отлично. Мы можем ставить ракетную установку, но, наверное, сперва еще один генератор возьмем. Еще один генератор, после этого ракетную установку. Ждем, когда к нам придет ракетная установка. Деньги на ракетную установку. И поставим ее. Опять немножко не хватает. А где показывается наша? Вот 11. 11 нехорошо. 14 тоже нехорошо. Надо ставить еще одну. Увы. Сейчас надо это явно ставить.
12. Наверное, ставить стеночку. 3. Ой. Нехорошо. Мы получили урон. Так, где у нас ракетная установочка? 30. Давайте 30. Есть 30. Ставим ее вот сюда. Ждем. Я думаю, стена должна немножко удержать их. Или подождать еще установку. Не, давай. Мы оставим. А, у нас даже пока это не прибыло. Ой, нехорошо. Вообще нехорошо. У нас нету больше ракетной установки. Все оказалось сложнее, чем я думал. Бу. Потому что это идет в строгом порядке. И пока мы одно не поставим. Ух, ладно, у нас хотя бы генератор есть. Но не хватает еще одной энергии. Тебя. Это нам уже не надо. Всех врагов уже победили, спасибо. Да уж. Давайте мортиру поставим. Будем их отталкивать немножко от наших башенок. Во, надо еще щелкнуть и нажать мне. А, те, которые здесь, он как не особо отталкивает. Почему? Да. Чего-то как-то такое себе. Надо было сперва, видимо, тебя оставить. Ой. Две. Отмени. А, ну миссию мы выполнили. Это, конечно, было все очень тяжело. Очень тяжело и не очень просто. Ладно, давайте подумаем, что мы можем взять. Можем открыть улучшение турелек. Но для этого нам нужна была бы монетка. Можем. Не можем. Ладно. Добытное топливо можем взять. Чтобы они нам по 6 энергии давали. Давайте возьмем. Надо, видимо, идти и улучшать обычные турельки. Чтобы улучшить скорость атаки. Посмотрим, сможем ли мы дойти до этого момента. Давайте выберем новые миссии. Миссий у нас много. О, ракетная установка носит больше урона, но стреляет медленнее. В 4 раза больше урона, но в 2 раза медленнее. Так, надо накопать максимальное количество ресурсов, как можно, пока время не выйдет. Миссия с большим риском, но и большой наградой. Наводим оборону и затем начинаем копать. Ну, давайте начнем копать. Вот у нас есть дрель. Но сперва надо поставить турельку для первичной защиты. Турелька у нас не улучшена. Но все равно первые враги идут. Так, ставим генератор. Я думаю, турелька с одним врагом справится. Генератор мы улучшим потом. Но потом поставим еще одну турельку. Так, надо много турелек.
целых троицах скачет. Много. Сейчас они разберут мою тройку. К счастью, генератор они вроде не трогают. Нет, хотя с ними разобрались, что удивительно. Давайте поставим стеночку. Где-то здесь. Пока он разбирает стеночку, мы могли наставить. Да? Сколько надо? 15 энергии. Ну, сейчас нам. Ага. Даст он нам. Тут мы еще одну тройку поставим. У нас три турельки. Одна из них, которая почти сломана. Еще один генератор. Ой. Это будет непросто. Давайте улучшим генератор. Нам так-то еще дрель надо ставить. Думаю, 10 секунд эта стена простоит. Там он еще один идет. Ой, их целых два таких идет. Там где у нас ракет лаунчер? Не хватает немножко на него. Ставим его. И, наверное, еще одну стеночку впереди. Ой, не здесь. А может быть, знаете что? 10 секунд. Не успеет, конечно. Тень. В принципе, нормально. Ага, мимо. Сейчас, кажется, мы лишимся все наши обороны. Надо заново отстраивать нашу оборону. Стоим. Стеночка. Дрель. Ну, турелька. Окей. Работаем. Минус наши ракетные станции улучшены. Жаль. Очень жаль. Да, возможно, офицерам начинать было рановато. У нас есть первая наша дрель. У нас все еще есть ракетные установки, которые к нам, наверное, прибудут. Выполнили миссию и ничего не накопали. Только получили урон. Да уж. Вот такие вот мы офицеры. Так, можем починиться. 100 здоровья. Получить случайный, необычный или редкий артефакт. Или установить апгрейды для случайного здания до третьего уровня. Ну, давайте артефакт какой-нибудь. Что тут? Необычный артефакт. Получаем энергию 60 секунд после того, как миссия началась. Окей. 20 энергии. В самом начале то, что надо. Еще мы таймер улучшить как-нибудь. Апгрейды нам ставить никак. Ресурсов для этого нету. Посмотрим, что у нас есть. Можем взять субсидию. Уменьшает стоимость припасов. Получаемую энергию. Наверное, нет. Снова тебя копать. Копать. Адаптивные полимеры.
способность блокировать урон. Шанс блока 15%. Окей. То, что понадобится. Начинаем, как обычно, с турельки. Затем поставим стеночку, а затем генератор. Попробуем такой порядок. Через 2 секунды начнется волна. Вон идет это чудо. Стеночка. Турелька летит. Так, второй товарищ будет разбирать. А чё это он ускорился? Слушай, а чё это он ускорился? Он должен был в стену биться. Так, там идет большой и страшный кто-то. Попробуем его отбить. И нам нужен генератор. Окей, мы получили энергию, поэтому закажем себе. Угу. Вроде тебя закажем. У нас постоянно в очереди что-то должно производиться. Я вот куда мы. А еще у нас скоро разрушит стену. Что явно нехорошо. Ну, конечно, есть турелька. Так, ставим новую стену. Вот товарищ больно бьет. По турелькам-то. Нам снова надо восстанавливать очередность наших турелек. Нет. Давай уже. Эта штука, запускайся по нему. В смысле? Как так? О, как он дополз до сюда? Непонятно. Не должно было такого происходить. Ладно. Тем не менее, миссию мы выполнили, хоть и получили урон. Но получили адаптивные полимеры. Шанс, что наши здания будут блокировать урон, что нам явно полезно. Там новые враги у нас появляются. Окей. Так, и можем выбрать новый артефакт. Удваивает весь контур урон. В два раза больше можем наносить. Этюльские стены имеют больше здоровья за каждый генератор. Или все здания восстанавливают полное здоровье, когда мы совершаем апгрейд зданий. Тему с апгрейдом, в принципе, можно взять. Давайте пока возьмем контуру. Контратаку. На апгрейды. Нам бы тебя улучшить. Но для этого нужна монетка. Монетку надо сперва добыть. Давайте посмотрим, где мы можем добыть монетки. Вот здесь могут дать 6 монеток, но это более сложная миссия, говорят. Ну ладно. Пошли посмотрим, что нам это может дать. Так, ставим тебя. Потом ставим стеночку. И генератор. Как раз должно успеть до прихода тебя. Нет, наверное, не успеем. Да, не успеем, к сожалению. Он прошел сквозь стену. Не, нам нужен генератор. В первую очередь. 20 секунд ждать.
чревато. Очень плохо, когда наше здание уничтожается. Так, мы получили дополнительную энергию. На ракетную установку нам все еще не хватает немножко. Давайте немножко подождем. Так, у нас есть еще одна турелька. Отлично, не хватает на ракетную установку. Ставим ее. Так, это вращение с щитами, да? Если я правильно понял. Так, надо будет обновлять стеночку скоро. Или ставить еще одну, что тоже неплохо. Так, за 20. Давайте пока так поставим. Вперед, после того, как поставить стеночку. Так, они прошли. Стена рухнула. На входе. Как-то отбились. Наверное. Нет, не отбились. Надо улучшать ракетницу. Так, у нас есть две стены. Давайте еще немножко подождем. Окей, ракетница улучшена. Теперь дальше надо будет улучшать генератор. Слабовато, конечно, защита сейчас стоит. Ну, хотя две стены. Две стены и ракетница. Вот пока основной наш рубеж. 15 энергии надо. Ждем, когда накопится. Есть. Постараемся накопить на еще одну ракетную установку. Наверное, надо взять тебя, чтобы сейчас сбить всем щиты. Как раз они подойдут к этому времени. Ну, стеночку мы, конечно, поставили. Насколько нас спасет? Ну. Миссию мы, тем не менее, завершили. Не получив урона, получаем 6 монеток. Окей. Теперь. Новых артефактов нам не дали, но мы можем разблокировать улучшение турели, чтобы улучшить ей скорость атаки. Дальше. Может быть, либо композитную плату, больше здоровья и быстрее будет доставляться. Либо можем улучшить его дальность. Дальность и урон. Либо она будет быстрее размещаться. Давай тебя возьмем. Так, за одну монетку можем также взять усиленные стены. Окей. Открываем карту. Посмотрим, что у нас есть. Есть возможность поставить изолятор. Генератор более эффективный, когда размещен дальше от станции. Обычно дальше от станции я предпочитаю ставить оружие. Генератор волн наносит урон
оттолкнутым врагам. Но всего 2 урона. Маловато. Так, вот вроде тяжелая миссия. Необходимо сгенерировать достаточное количество энергии. Ну, тут целых 8 монеток. Попробуем? Давайте попробуем. Начнем, как обычно, с турельки. Затем поставим стену. Дадим еще одна турелька. Так, а вот у нас цель. Надо 210 энергии заказать, чтобы завершить миссию. Следующим берем генератор. Но сперва ждем, так как у нас пока не хватает энергии. Так, что-то странное идет. Что это такое странное? Тебя мы раньше не видели. Так, мы на 15 энергии на улучшение турели. Хоть и можем тебя улучшить сразу. Ух ты, а что это у тебя стало здоровье сразу меньше? А у тебя было меньше здоровья. Чего, он не получает урона? В смысле он не получает урона? Почему он не получает урона? Какой кошмар. И что нам с ним делать? Он не получает урона. Он сейчас меня его уничтожит и все. Что нам с ним делать? Он много урона получает. Я же вижу. Ну, давайте мортиру поставим. Посмотрим, сможет ли мортира нам помочь. Да, надо было, наверное, лазером бить. Ладно. Ну что-то вот странное такое пришло. Что нету. А одну штуку мы вроде бьем. А, нет, все-таки пробиваем. Странная какая-то штука пришла. Сейчас она нас уничтожит. Окей. Тебя победили. Нам нужна еще одна стеночка. Наверное, улучшим генератор. И поставим еще одну улучшенную турельку. Вот как раз. Те, кто подходит к этой стеночке, она в них начинает стрелять. Все хорошо. Вот эту стеночку можно будет заменить. Давайте ее заменим. Можно, наверное, поставить еще один генератор. Так, и улучшить эту стеночку. Так, улучшить турельку тоже надо будет. Для этого надо будет немножко энергии еще накопить. Я бы хотел еще один генератор. Может, я хотел бы? А ну вот, генератор есть. Короче, взрывную прибежали, посносили наши стеночки. Идет какая-то странная штука. Давайте пробуем каким-нибудь там ракетным ударом вот сюда нанести. И заказать заодно лазер по всем. Может быть, это нам поможет. А только они не успевают даже бежать, да? Окей, мы остались без стен. Отвратительно.
Так, надо ставить стену. Надо ставить ракетную установку. Так, стена есть. Эта штука есть. Давайте ставим еще одну турельку. Нам надо как-то еще 210 накопить при этом. Ну, это непросто. Так, стену давайте улучшим. Так, еще одну турельку поставим. А, турелька сейчас придет. Так, наверное, надо поставить еще одну стену. Так, отлично. Эта штука будет бить этих ребят. Стена есть. Турелька есть. Ага, эти ребята аж стреляются. Чего-то они стреляются. Ой-ой. Неприятное. Еще раз по всем. Так, надо ставить что-то. Что будет стоять? Так, у нас башню одну разрушили. Сможет ли устоять еще одна башня? Ой, это нехорошо. Не-не, это очень нехорошо. Это мы сейчас потеряем кучу оружия. Поэтому потеряли нашу ракетную установку. Ну вот. Это нехорошо. Да, мы его не сможем унести. Эта штука что-то не хочет запускать. Ладно. Значит, состраиваем нашу защиту заново. Пока можем. Что делать? Пока живо. Будем что-то стараться делать. Буньку. А может, эта штука нас сейчас уничтожит. Тоже такое возможно. Ладно, боюсь, мы проиграли. Да, слишком много врагов. Но, тем не менее, миссию мы проиграли. У станции здоровье еще есть. Значит, можем отправиться еще куда-нибудь. Например, вот сюда и взять плазмодетектор. Чтобы наши турели носили контролом. Если, конечно, мы сможем выстоять. Здоровья осталось мало. А может, надо начинать вообще со стеночки? Стеночка-то быстрее достается, чем турель. Наверное, надо начинать со стеночки. Ну, сейчас уже поздно. Смысл улучшить ее, если ее почти добили? Наверное, нет. Следующим мы строим генератор. Стеночка и две турелька должны нам помочь простоять первое время.
генератор будет давать нам дополнительную энергию. Доставляется он, конечно, безумно долго, целых 20 секунд. О, дали дополнительную энергию, отлично. Давайте поставим, чтобы улучшить турельку. Потому что так мы... И, наверное, поставим еще одну стеночку. Стеночку эту апгрейдить, к сожалению, не сможем. Ничего. Еще один генератор. Так. Потом мы можем заказать еще одну турельку на замену тебя. Ее обновить. Эта штука не пробивает за нее. Нехорошо. Так, она апгрейд. Нам что надо? Ощущение, что мы апгрейд ее не разблокировали. Хотя мне казалось, что мы разблокировали апгрейд. Зачем я это сделал? У меня сейчас одна новая турелька идет. Да. Не подумал. Не подумал. Не надо так делать на будущее. Он очень эффективно разрушает наши стены, знаете ли. Что сейчас придет новая стена? Эту стену мы даже улучшим. Эту штуку вам почему-то не предлагается улучшать. Странно. Больше энергии. Ну, тебя улучшим, чтобы еще больше энергии. Так, а ты дашь только когда вторая стена впадет. Сможем мы, наверное, мстить еще одну стену? Ну-ка. Если аккуратненько, нет, не встанет сюда еще одна стена. Но еще одна стена может встать вот здесь. Давайте ее здесь и поставим. Какой-то такой вот пункт защиты. И заодно поставим здесь ракетную установку сразу за ней. Так, а затем бахнем лазером, наверное. И ладно, заменить стену пока не надо. И поставим еще одну ракетную установку. Вот. Ставить тебя есть смысл. Турельки. Улучшаем стены. Заказываем еще одну турельку. Улучшаем эту турельку. Есть ли смысл нам ставить стену здесь, чтобы она их немножко задержала? Даже не знаю. Эта турелька... Ну, хотя нет, эта турелька пробьет. Давай тогда больше стен. Сбили.
Не очень эффективно было. А что он сейчас? А, он эту штуку сейчас не достает до туда. Тут достает только ракетные установки. Ладно. Зато заменяем стеночку. Я думаю, можем сейчас вполне накапливать наши 240 единиц. Где там максимум? А, ну вот эту стеночку еще заменить. Ну, в целом норм. Вот эту стеночку еще надо заменить. Можем еще не стеночку поставить. Вот зараза. Я для кого стеночку ставлю? И для того я их ставлю, чтобы их лучше разрушали. Ладно, поставим новую стеночку. Что нам стоит стеночку поставить. Поставим еще одну стеночку и копим 240. Эта стеночка пусть пока даже не улучшенная будет. Успеем. 5, 4, 3, 2, 1. Маловато. Ладно, все равно купим 240. Стеночка нам нужна. Все, тут уж как-нибудь отобьемся. Думаю, 240 у нас будет. Ну, пока можем заказать себе еще пару стеночек. 10 всего стоит. Место, которое разрушили тоже. Деньги потихоньку копятся. Потихоньку, помаленьку. Ой, ладно, не особо копится. Похоже, мы начинаем проигрывать. Да уж. Да, все. Похоже, это конец. Можно, конечно, попробовать заказать несколько лазерных установок. Хоть я думал, я успею ее повысить, но нет. Увы, все, это конец. Увы. Но, тем не менее, мы посмотрели на демку игры Stellar Initiative. В полной игре у нас будет более сотни артефактов, в два раза больше количества миссий, больше уникальных врагов, особые эффекты у миссий, новые здания и эффекты кораблей, различные боссы и еще более сложные сложности и различные вызовы. Окей? Большое спасибо за просмотр и увидимся!